Добрый день, ребята! Ежегодно 12 июня отмечается важный государственный праздник – День России. Россия – прекрасная и большая страна. Для каждого из нас она начинается с родительского дома. И в каком бы уголке человек ни родился, он может сказать – это моя родина. Символы России – это герб, гимн и флаг. К этому дню я предлагаю с вами вместе сделать открытку с полевыми цветами, которые олицетворяют наш триколор. Для этой открытки нам понадобится голубой картон офисный А4, гофрированная бумага красного, синего и желтого цвета, белая бумага офисная, клей, фломастеры, линейка, карандаш, ножницы. И еще нам понадобится цветная бумага. Итак, приступаем. Для основы открытки мы складываем голубой картон пополам и откладываем в сторону. Для цветов нам понадобятся вот такие кружочки диаметром А6. По 6 кружочков на каждый цветок. По 2 кружочка на цветок. У нас будет 3 цветка каждого цвета. Это значит, получается 6 кружков. Итак, приступаем. Складываем белый кружок пополам. Затем еще раз складываем пополам. Это получается четверть у нас. И складываем еще раз пополам. Получается у нас вот такая основа для цветочка. Здесь вот я для наглядности нарисовала, как нам нужно обрезать. Вот здесь. Закругляем вот здесь цветок. Лепестки ромашки. И по обеим сторонам разрезаем до середины, не до конца. И здесь также вот так закругляем. Разворачиваем. У нас получается лепестки ромашки. Нам нужно 2 таких кружочка. Вот так. Склеиваем их. Серединку приклеиваем. Немножко мы их разравниваем ножничками. Берем гофрированную желтую бумажку, вырезаем такой квадратик и начинаем вот так, как для торцевания, делать кружочек такой в серединку. Приклеиваем и получаем вот такую ромашку красивую. Вот такие заготовки ромашки у меня уже получились. Теперь мы будем делать с вами цветок василек. Берем также диаметром круг 6 сантиметров. Складываем так же, как складывали на ромашку, пополам, затем четверть и еще раз. Вот так. И будем вырезать теперь вот так зубчиками. Просто вырезаем круглую сторону зубчиками. И дальше по обеим сторонам, так же, как делали ромашку. Не до конца. Вырезаем с обеих сторон. Раскрываем. Получаем основу
Здесь можно разрезать, не разрезалось. Для василька. Вот у меня есть такие заготовочки. Приклеиваем вот. Так. Такой василек у нас получается. Затем мы будем с вами пробовать делать маки. Для мака мы берем 5 кружочков вот таких. Одна будет у нас один кружок 6 диаметров, 6 сантиметров диаметров будет основа для мака. И также складываем теперь мы четвертинками их. Вот так, 5 кружочков. Так, 4 мы, вот это основа пятая, 4 складываем. Вот так. Затем мы приклеиваем серединку. Развернем, приклеиваем серединку каждого кружка. Не до конца приклеиваем, только немножечко. Вот так. Получаем. Берем черный фломастер и от серединки мы рисуем черные полосочки. Можно даже заштриховать совсем. Вот так. Смотрите. Это будет у нас серединка цветка. Затем мы приклеиваем к середине вот эти лепестки по кругу. Берем также клей не всю серединку, только кончик. Вот здесь центр приклеиваем. Вот так. У нас получается вот такой цветок мака. Вот здесь мы разравниваем все красиво. Вот так. Можно немного. И получаем вот такой цветок мака. Теперь будем собирать открытку с вами. Берем цветы ромашки и приклеиваем к открыточке. Серединку вот сюда. У нас должно по 3 цветка получиться. Ромашки, васильки и маки. И они у нас будут, букет будет олицетворять флаг у нас, цвета флага. Так, теперь берем мы с вами васильки, приклеиваем чуть-чуть пониже. Один цветочек. Затем мы приклеиваем маки. Так у нас должно получиться.
из зеленой бумаги мы вырезаем вот такие полосочки, 5 полосочек. И складываем их в трубочки. Вот так. Я вам покажу. Вот получается трубочка у нас. Вот такие трубочки получаются у нас. Можно их сделать поменьше. Так, поуже немножечко. Такие трубочки получаются. Приклеиваем эти трубочки к открытке. Приклеиваем теперь лепесточки. Лепесточки к открыточке. Несколько лепесточков. Вот сюда. Подписываем вот такую, делаем надпись «С Днем России» и также приклеим. Вот такая открыточка у нас получается. Спасибо за участие. Наша открытка готова. Желаю вам успехов.